Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня пойдет видео по проекту CoinEx. Это букс. Проект букс. Ну, как-то так. Где мы зарабатываем монетки CoinEx за просмотр веб-сайтов. Значит, друзья, есть информация о том, что проект платит. И сегодня я хочу показать вам. Парень уже выводил, я нашла в интернете видео. Отсюда монеты. Ну, он выводил биткоин Сатоши, так как вот у меня, видим, да, биткоинов. У меня 12 тысяч Сатоши. Сейчас я позже вам все это покажу, как это делается. Значит, давайте вам покажу видео о том, что проект платит. Вывод отсюда 200 тысяч биткоин сатош. Мы собираем вот эту монетку, потом на бирже меняем эти монеты на биткоин, и после мы их выводим. На вывод, друзья, верификацию делать вот эту вот не надо, потому что у нас не такие большие суммы. Сейчас поставлю на паузу и включу видео. Надеюсь, все будет понятно. Код. Значит, ребят, далее вводим свой адрес биткоин кошелька. Я получу 161 тысячу сатоши. Я копирую свой адрес с кошелька Криптонатор. Далее нажимаю вставить и нажимаю send. После чего мне нужно отправиться на мою почту. Вот я получил письмо от CoinEx, и мне нужно подтвердить свой вывод. Вот сумма, которую я вывожу, и комиссия. Нажимаю Confirm. И мы видим, что моя выплата в обработке на балансе у меня теперь по нулям. Перехожу на дашборд. И вот мы видим, что все по нулям. Далее иду я в транзакции. История. Далее вывод. И вот пендинги. Смотрим на время. 12.11. Сколько времени займет вывод. Мы посмотрим уже после того, как деньги мне начислят на мой баланс Криптонатора. То есть вот такой сайт под названием CoinEx. Ждем моего вывода и продолжим запись видео. Друзья, долго ждать не пришлось. Смотрим на время. Прошло 20 минут. Я перехожу в транзакции, далее в историю, выводы, и мы видим статус complete. Далее мне пришло на почту письмо, что мне, извините, пришла выплата в сатошка 161 тысяча сатош. Перехожу на Криптонатор, и вот ровно моя сумма у меня в обработке на кошельке. То есть она уже никуда не денется, мои 160 тысяч сатошек не пришло очень быстро. Так что, ребят, как видим, букс платит, все замечательно. Значит, далее, друзья, я еще ничего не просматривала, сейчас покажу, как просматривать рекламку. Так, нажимаю сюда VIF ADS. У нас раньше было 10 рекламок, сейчас у нас 5 рекламок. И идет вот здесь отсчет времени. Время истечет, и как бы баланс, ну вот здесь таймер обнулится, и опять нужно будет просматривать как бы рекламку. Нажимаю VIF ADS, нажимаю на рекламку, перебрасывает на страничку. Страничка загружается. Рекламка. И ждем несколько минут. Ой, секунд. Так, далее нажимаем сюда. Вот Where. И вот появилась цифра 1. Далее Next. Я поставлю на паузу и просмотрю всю рекламку. Значит, я всю рекламку просмотрела. Нажимаю сюда. Все, у меня 5 из 5 просмотрено.
Далее, что, смотрите, я буду делать, друзья. Я перехожу на следующую вкладочку и нажимаю, смотрите, вот клик сюда, POF ADS. Нажимайте всегда сюда, смотрите. Нас также перебрасывают на страничку. И за это нам тоже заплатят сейчас монетку. Опять загружается рекламка. У меня было 4,79. И посмотрим, сколько сейчас вот у меня будет монеток. Ждем отчет времени. Нажимаю Very. Все, я просмотрела. Возвращаюсь. Ну вот у меня здесь все просмотрено. Дашборд. И все, у меня стало 5,530 монеток. И смотрите теперь вот. Это полностью баланс. Я монетку одну обменяла. И теперь вот это POF. У меня было все по нулям. Один из одного. И просмотрено рекламок. 5 из 5. Далее, друзья, хочу вам показать, как менять монетки. Вот я сейчас мелочь не буду, опять монет. Я обменяю на биткоин сатошики. Как это делать? Нажимаем Trade. Это биржа ихняя. Так, сейчас. И вот здесь, смотрите, Bitcoin Ethereum, XRP, BTC. Выбираем CoinEx, BTC. Опускаюсь ниже. И в данный момент сейчас одна монетка стоит 12 тысяч биткоин сатошиков. Я сюда вставляю вручную так 5.00. Сюда вставляю 0.1, 2, 3, 12. И смотрите, проценты 0. Bio — это покупать. Если вы захотите sell, это продать монетки. Значит, сейчас еще чуть ниже. И вот комиссии 0 они берут. Цена. У меня 5 монет. И я за это получу 60 тысяч биткоин сатошиков. .306. Видим, да? Нажимаю sell. Вот все, всегда следите за ценой. И все, мой ордер как бы размещен. Далее, что у меня здесь нет? Видно, сразу купили. Возвращаюсь в дашборд. И у меня, смотрите, CoinEx монетки обнулились мои. У меня 0.30 монеток. И у меня биткоин сатошиков стало 0.3072 тысячи биткоин сатошиков. Вывод отсюда 200 тысяч. Так, значит, ну, в принципе, все такое я рассказывала в прошлом видео. Здесь сеттинг, здесь POF кредиты. Я сюда не лезу. Это можно как бы менять. Далее, валет. Вкладочка. Так, это вывод BTC. Нет. Это депозит. Так, валет. Это у нас вывод вот так делается, да. Вот, минимум 0.202. 200 тысяч, как мы видим. Когда будет уже у меня достаточно, наберу. Естественно, я уже собственноручно проверю на вывод и запишу видео. А пока я дала вам информацию о том, что этот проект Букс, он платит. Ну и во вкладочке, друзья, реферал находится партнерская ссылочка. И как я уже сказала, верификацию для вывода делать не обязательно. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, пользуйтесь. Обязательно установите двухфакторную аутентификацию. Все-таки это наши денежки. До новых встреч!